Но Бог смотрит на нас. И Он будет судить нас по нашему выбору. Я же говорил тебе, что мир на краю гибели. Где презрение, несправедливость. Любой выбор выдает наши грехи. Куда эти грехи привели нас? Куда они привели тебя? Твоих друзей похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Мир в огне, и это твоя вина. Ты доволен? Скажи, когда ты поймешь, что не все проблемы можно решить при помощи пули? Увидев тебя впервые, я дал тебе шанс уйти отсюда. Ты остался. Перед лицом Бога я даю тебе последний шанс. Брось оружие. Возьми своих друзей. Оставь мою паству. Иди с миром. Иди с миром. Да ты ненормальный. Разве нас вообще здесь не должно было быть? Ты сам знаешь, что делать. И помни, Господь следит. Презрение, несправедливость. Любой выбор выдает твой грех. Иоанн ошибся. Твой грех не гнев. Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Агнец снял шестую печать, и страшно затряслась земля. И почернело солнце, а луна стала кровавой. Мои друзья прозрели. Они открыли мне свои сердца. Они умрут за меня. Важнее сил меньшинства. Иисусе, тряпка!
позже! Рехнуться можно, но это еще не конец. Смотри в оба. Я дал тебе шанс, а ты упустил его! Ты привел мир на край гибели! Yeah, mom!